спокойно. Убирайся отсюда! Ты Мишель. Тебе-то что? Пора привыкать. Здравствуйте, дорогие подписчики зрительного канала. С вами снова Кром. Нельзя продолжаем это терпеть. С вами в... Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь странный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Так иди разорви. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Кто научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще... Или убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда да. закончишь свиньи, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару голов. Пора. Троечку пару. Че, обычные бандиты ни под кем не ходят. Делают, что хотят. Все вы охуели. Сейчас мы расскажем, кто они такие, че, где их место. Че мне дадут? Я хочу пушку, хочу ствол. И нам ближний бой что-нибудь. Но мне выбирать нельзя. Эй! Ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Бита. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бейбарута. Это бред, конечно, но бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Отлично. Это точно. Спасибо, Винни. Будем пиздить дурачков по голове. Так, нам надо ехать. А что, я в одиночку поеду? Ни с кем. Давайте тогда машину выберем. Какую-нибудь. Какие нам доступны. Так, ну-ка. Я на черный катался. Тут типа их мало. Давай белый попробуем. На этой красивой. 90 миль в час, у меня максимальная. Или что там было написано. Неважно. Дождливо сегодня. Что-то по новостям продают. Передают, только я не понимаю. Что-то по криминал, все дела. Извиняюсь. Слушай, это белая машина, похожа на ту машину, которая была у этого Морелла. Еле поворачивает. Ну, кстати, Чайна-таун. По внешнему виду уже понятно. Так, приехали. Спокойно. Меня здесь уже ждут. Ну выйди ты, ё-моё. Наконец-то! Пошли, я насквозь промок. Пошли, пошли. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. А, потянуло его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабой. Ой, какое интересное здесь. Слушай, перчики продаются нормально. Кого бить будем? Что-то я не вижу этих ублюдков. И почему их в Чайна-тауне не за это не бьют, этих же ублюдков? Биф, кабанюка! Как поживаешь? Куколка, рад тебя видеть! Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? Ну так в чем дело?
Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луидж. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного хорька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Бив. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо, до встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Все будет, все схвачено. О! Детектив. Какой-то детектив. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Okay. Я ничего не слышу. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Подожди-ка, я кое-что увидел. Это что? А очередной журнал. Мы на месте. И чё? Где? Никого не вижу. Как же мы медленно ходим. План такой, я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь то же. Никакой борьбы. Хорошо. И долго ты его придумывал. Отличная идея, да. И это план на любой случай. Лучше зайти по кауле. Слушай, а нас ведь двое всего. Правда, у нас биты. А у них могут быть ножи. Тогда и борьба может открыться вполне. Че, как там сказал наш Дон? Сломать им все, что можно? Все кости. Ну чё, здравствуйте, говорю, блядь. Лучше попки я в жизни не видел. Они уже чуть-чуть отмудохали. Это же тот самый парень. Сваливаем. Куда вы нахуй сваливаете? Здорово. Погоня. Не-не-не-не, так не пойдет. Да ёб твою мать. Когда я перестану уже пропускать. На. Первый есть. Да. Нож, блядь! Убери свой нож, вонючий. Бэм. Прям по ножу попал. Сюда. Ты чё, блядь, самый умный, нахуй? На тебе тоже. И с коленочки. Хорошо. Надо показать этим пидорам, кто главный. Во-во. Всё правильно. Блядь, там пальба. Кто стреляет? А я еще с ума сошел. Все, они решили за пушку взяться. Я пойду на север, ты на юг. Я наверх, а ты там пройди. Ладно, понял. Не ориентируются парень в пространстве. Тихо, тихо, тихо. Взрывные бочки? Кто подгорел, да? Что-то бывает. На. Ух, нихера, тут нормально. Теперь вы, ребята, и без света остались тут. Нормально, да? Я могу. Так, ладно. Одним выстрелом или двумя я, по-моему, всех убрал практически. Никого не осталось. Так, берем пули, журналы. Это свой, не свой, не могу понять. Блять, как там? Я разучился. Извиняюсь. Так, у меня винтовка, блядь, вообще. Не могу. Только не в меня молотов. Блядь! Конечно, нахуй. Кого же еще? Я, блядь, играть в эту игру разучился. Сейчас, секундочку. Стрелю кого-нибудь. Это мертвый? Блядь, как же больно. Не надо, не надо, не надо, не надо. Да ёбаный ты стыд, да. Хватит меня молотами такими.
Я забыл, как укрытие вставать. Почему-то на Q он не встает за укрытие. Так, минус один. Минус второй. Сейчас аккуратненько уберем. Блин. Нормально. Я там нет. Сейчас помогу жить в поле. Там двое. Не попал. Так, есть. О, молотов не добросил. В другого килла. Слушай, а чё он не умер-то? Подгорел чуть-чуть. Ладно. Без укрытия обошлись. Понял. Вы, суки, сами за стволы взялись. Ладно, я думаю, и так нормально. Пошел ты. Так, вот эта хилка мне сейчас очень нужна будет. Ну-ка. Отлично. Так, ты готов? Я думаю, взять вместо дробовика вот эту штуку, потому что... Наоборот, точнее, вместо снайперки вот эту штуку. Ну-ка, блядь. Спокойно, спокойно. На, минус один. Блядь ты! О, ну ладно. Положим, что все было нормально. Все-все-все, я справился. По пульке каждому. И журнал. Все вижу. Меня не обманешь. Так, берем. Так, все. Хорошо, перезарядились. Где? Где сзади они, блядь, спереди? Ты кто такой? Ты же дурак, что ли? Что это было так, что? Ладно. Я оружие переключаю. Тут на другую клавишу. Привыкнуть к этой раскладке или поменять ее уже. Джонни, пригнись! Давай! Сухи, давай скорее к машине, Том! Этих точно надо догнать. Исчезни. Слышь, это же моя машина, нет? Я на ней приехал. Жми! Нельзя их упускать! Да я жму, она еле едет. Со старта. Перезаряжаю! Угу. Стол сбил. Осторожнее, Том! Дорога петляет! Понял. Это были последние. Я за рулем. Все нормально. Блять, как же ужасно в дождь поехать. Пока повернешь, полвека пройдет. С такого расстояния попадать не будет, да? Я автоприцеливание выключил. Есть попадание. Перезаряжаю! Не попал. Ты видал, чтобы кто-то так же обоссался, как они? Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется. Давай. Ребята, блядь, разойдитесь. Надо было взять более поворотовую тачку, наверное. Мы всех... Давай гони! Ты же умеешь! Это умею, да. Не могу попасть. Слишком далеко. Перезаряжаю! Есть, есть. Два попадания. Ну, жми, дави на газ, не дай ему драть! Да. У меня пуля кончилась. Блять, не могу. Точно уедут сейчас ее поймать с этой машиной. Но она так долго стартует, я не знаю. Целую вечность. О-о-о. Эти придурки пожалеют, что повстречали в своей жизни Сару. Казалось, что они там колеса лишились. Мы всех перебили! Ну, жми, дави на газ, не дай ему драть! Я стараюсь, она не едет нахера. Слушай, они, по-моему, приехали. Этот тупой баран разбился нахер! Ну, теперь они никуда не денутся. Хе. Замочи его, Том.
Да я не особо бы хотел, если честно. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй! Пойдем отсюда, пока легавых нет. Пора привыкать. Ну, ребята какие-то сыкуны, школьники, такое ощущение были. Потому как они обосрались в конце, я бы их не убивал, если честно. По-моему, они все поняли. Святые грешники. Тем более, мы поубивали и так много людей. Зачем было убивать их в конце? У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Я же говорил, не надо было. Это не все. В машине был еще один парень. Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поли. Любое дело делай до конца. Он не убивал его. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Легко. Наверное. Ясно. Так, мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана, ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. Томми, надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. Последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом тоже. Однако хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том. Мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Угу. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми, нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому. Но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Бить девку.
Да. Там. Понятно, босс. Выполняй. Что-то очень скверное задание нам дали. Давай, пошли. Очень скверное. Убивать девку. Бабу-то зачем? Зайди к Винни, я здесь подожду. Окей. Да. Взрывчатка, все дела. Это, конечно, весело, но вот убивать женщину зачем? Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Угу. Правильно. Динамит такой старый. Еще что-нибудь? Полапаешь там тёлочек за дядю Винни. Как скажешь. Не сегодня, Винни. Есть разговор. Садись. Давай. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой трёп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот Сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Окей. Большего не прошу. За дело. Я и не хотел ее убивать. Меня устраивает. Я сразу понял, что Бабло. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. И хватит об этом. Хорошо. Как переключить? В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в борьбу. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Вообще никого мы убивать не должны были даже в прошлый раз. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение. Палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Прикольная тачка, на которой мы едем. Очень приятно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я, Поле, устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Всем удачи. Чё ты бибикаешь в рот? Ты видишь, я парковался. Подрезал говнюка. Отель Корлеоне. Это бордель огромный, да? Приехали. Местный швейцар. Так, оружие не достаем. Не забывайте о приличии, ладно? Нет проблем. Чем мы можем поговорить? Чё? Не знаешь, где найти хозяина? Господи, я так грозно подошел, думал, сейчас ударит его. Извиняюсь. Может быть, вы? Тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем.
выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Так, найдите Мишель. Не спеши. Выбери рюмочку, расслабься и развлекись как следует. А, это она, Мишель? Я, пожалуй... Ну, давай рюмочку, ладно. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Угу. Вы знаете Мишель? Я знаю лишь тех девочек, которые стоят за вами, сэр. И свободны только они. Хорошо. Так. Ты Мишель? О-о-о, я обожаю так. Что происходит? Я ищу Мишель. Где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь. И не суетись. Хорошо. Как-то я очень палевно себя веду. Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Так, тогда ты мне не интересна. Мы можем просто поговорить. Скажи, что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Ищу девушку. Я стою так, как будто я ударю сейчас. Она занята наверху, зато я свободна. Ага. Там, вон. Слушай, я тогда пойду. Пойду освобождать ее от забот. Курс сотрудничества отеля Корлеоне и семьи Морелла будет долгим и плодотворным. Так. Что это за тип? Ребята, он с вами? Сэр, вам придется уйти. Прошу прощения. Я ушел. Похоже, пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелла будет долгим. Так, найдите Мишель, убейте управляющую в комнате отдыха. Вот этого я убить должен. Так, ладно, ждем, пока он куда-нибудь отойдет. Потому что меня туда даже не пускает. Если я достану пушку, то же пиздец начнется. Мне же так нельзя делать. Или мне можно начать говниться? Типа, извините, а можно мне сюда пройти? Можно, наверное, отойти в ту комнату, он за мной пойдет, и я его там шлепну. Тоже вариант, правда? Уже не против, что я сюда пойду? А это еще кто тут у нас команда? Босс старается подружиться с новыми друзьями. Так. Блять, ну если я за пушку возьму, что это же капец. Тебя же убить надо, да? Управляющий. Слышь? Дверь какая-то. Чем вам помочь? Да, в туалет хочу. Слушай, а из туалета можно его убить, меня никто не увидит. Правда, как это не увидит? Люди, блять. Человек Морелла, сэр? Я человек Сальери. А ты человек мертвый. Вызовите полицию! Извините, пожалуйста. Уйдите нахуй, все, кто без оружия лучше. На, блядь. Спокойно. По-тихому тут никак не получится. Заходи сбоку! Спокойно. Да, согласен. Чуть сюда двигаться. Готов. Лучше не размениваться выстрелами. Так, возьмем дробовик, чтобы было веселее. Ну чё, Сальери с посланием отправил всем вместе. Я пытаюсь найти хилочку. Вижу ее на карте, но не вижу ее вживую. Да, вот она. Еще похилимся. Пошли дальше. Пули вижу. Да, будем, короче, устраивать здесь полный расколбас. Мишель нам нужна. На лестнице наверху, она сказали, находится. Где-то. Это что за дверь? Непонятно. Спокойно, спокойно. Вижу человека. Это что такое? Прочесть заметку. Мишель номер 208 весь день. Все, все, что мне нужно было. Ты че, блядь? Откуда стрелял второй? Ага. Готов. Готов. Да много вас, однако. Красиво, красиво. Я могу здесь пролезть? Не могу, да? Ладно, обойдем. Сейчас спускается кто-то. Наоборот, поднимается. Вон. 208. Отходи лучше.
твоем месте я бы отошел. Сейчас ты вообще в бередной, кстати, отойдешь. Справа. Готов. Хуя вас здесь много. Спокойно. Минус. Потом из боевика херачит. Минус. 14 пуль. Я как будто через военную базу, блядь, какую-то пробиваюсь. По количеству противников. Че, давай сюда куда-нибудь пройдем. Никого. Ничего интересного. Ни хилки, ничего. А, хотя нет, есть на этом даже что-нибудь коллекционное, подберем сейчас. Если это будет журнал сомнительного характера, где он тут? Вот это опять карточки вонючие. Да я не скрываюсь. Где ты? Давай, иди сюда. Я готов. Дровоигнор возьмем. Понимаю, сейчас будут близкие контакты. Слева. Спокойной ночи. Согласен. Че, блять? Здорово. Так. До свидания. Так, 208-я. Как тут, блядь, написано? Комната где-то? Это какая? Никакая. Так, извините, вы не Мишель? Уже Мишель. Мишель вроде с другой стороны. Она, кстати, подсвечивается, скорее всего. Зря я ее ищу таким образом. Ну-ка, что тут у нас? Еще заметку. Уютные номера, роскошные библиотечные. Угу. Мишель 208 написано опять. Везде подсказки о том, что Мишель 208. Тихо, блядь. Спокойно. Зачем я сюда ворвался? За медикаментами? О, хорошо. Так, Мишель. Вы вроде на этой этаже должны находиться. Убивать я вас не буду. Уходи! Спокойно. Убирайся отсюда! Ты Мишель? Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите! Прошу, простите! Вроде она уезжает. Страшно тебе. Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете. Ну, это меня более чем устраивает. Ну, зачем тут девочку убивать? Ну, это же совсем ужасно было бы, правда. Так, тут еще кое-что есть. Пока с бомбой мы повременим, я что-то еще нашел коллекционное здесь. Ну-ка. Да ёб твою мать, что же возьму. Эй, сюда. Пистолет лучше сейчас будет, наверное. Вылезайте, блядь. Так, я нашел, короче, коллекционный предмет. Он находится где-то здесь. Ага. Гангстерс. Ребята, вы там колебали уже укрытие искать. Я его вижу! Ты видишь свою смерть. Что случилось? Застрял. Ага. Ты у меня на мушке. Так, берем пистолет. Тьфу, нормально. Он стреляет спиной, видели? Каков молодец. Минус.
Давай, блядь, вылезай. Больно, да? Обидно? Ну, вот так вот. Так, ну чё. Думаю, можно даже хилки не нужно подбирать. Я, в принципе, только одну пулю получу. Спокойно, блядь. Все сюда, живо! Так, с такого расстояния. Кто задолбал? Вторую пулю получил. Сюда, кстати, нам не надо было. Я просто так сделал. Сюда можно. Пули. Почти добрались. Здорово. Какой же дробовик немощный. У него что, томиган там, блядь? Эй, вы чё, нахуй, бессмертные? Вот что это я сделал. Вот теперь, кстати, можно и похилиться. Какие-то обрезы у них тут. Слушай, томиган. Очень хочу попробовать. Пуль мало, но такая штука классная же. Сейчас попробуем. Слушай, вот теперь бы можно было и похилиться. У меня половины хп нет. Честно. Ну-ка. Что я делаю? Выбей дверь, лол. Это не то, что вы подумали. Что это такое? Что ты здесь делаешь? Ладно, у каждого свои причуды. Ничего против не имею. Развлекайся. Так, что мы ищем? Ух ты, деньги. Документы и все, что нам нужно. Ну-ка. Дорогой мистер Калетти, прошу свои извинения за то, что пустил нашу встречу в прошлой неделе. Пришлось заняться срочным зимним делом. К сожалению, нужно сообщить, что отныне наше согласие будет недействительно. Мистер Сальери будет прекрасным деловым партнером. Был. Я благодарю ему за помощь, за совет. Вместе с этим сообщением я возвращаю инвестиции мистера Сальери. Сверх того, прилагаю $100 в знак моего расположения к вам. Наши двери всегда будут открыты для вас. Короче, выкинули из бизнеса нашего главного. Ну вы, блядь, за это еще поплатитесь. Это что? Так, дорогой мистер Морелло, это уже к Морелло. Мы заинтересовали наш клиент, если потребуется... Ля-ля, несколько городских советов, один конгрессмен, подъясняю... Понятно. Ничего интересного, да, походу. Так. Все. Теперь ставим гранату. Бомбу. 18 часов надо будет. Ой, блядь, копы. Мы выйдем отсюда. Мне не уже здесь. Мать. Ни хрена себе. Хм, я вспомнил этот момент из игры, кстати говоря. Помогло чуть-чуть. Взрывной волной. Ох, больно, наверное. У нас стрельба и взрыв в отеле Корлеоне. Спокойно, 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 блядь. Нам, наверное, не в эту сторону. Нормально. Сейчас меня как... Е-е. Ну хорош стрелять-то, вы чё как сумасшедший? Ты как мне жить тут? Блять, тоже помидан, если чё. Надо было не подставляться там, да? Подозреваемый уходит по крышам. Блин, там очень плохо мои дела. Чё, будете меня искать? Вроде итальянец. Вроде работает на Сальери. Вроде я. Кайф. Я посылаю за этим типом всех, кто у нас есть. Поднимайтесь за них. Там Морелло из всех копов поднял своих. Ай, блядь. Ах ты собака. Полицейская, блядь, чтоб тебе пусто было. Мне так больно прилетело с одного выстрела. Нафиг. С винтовки стрелял. Вот что так больно было. Я первее. Что? Думал от нас удрать? Вижу. Не ждал нас, а вот мы
Давай, давай. Какой хитрец. Ой, повезло тебе. На, по руке. Ты, наверное, не знаешь, что я тебя обошел. Чуть-чуть. До свидания. Ничего, нормально все. Блять, ну и встреча. Блять, вы ж какие. До свидания. Еще дом есть, я так слышу. Да? Ну у вас много, конечно, пиздец, не продохнуть. Ничего не вижу. Привет. Спокойно, блядь, спокойно. Ни шагу, блядь, не сделать, меня-то всюду окружают. Так. Тут куда? Не вижу. Что вот с этой стороны, наверное. Опа. Убегать на машине придется, я так подозреваю. Использовать лестницу, давайте. Я помню, здесь банка краски висела в оригинале. Она будет здесь? Если будет, это игра 10 из 10. Так. Банка краски где? Нет. Все, игра ужасная. Ноль ей нужно поставить. Хотя надо выше подняться для этого. Вот это вот такая была штука. Ну, еще одна была висела. Не банка, а как это называется. Связь с ребятами на крыше потеряна. Похоже, он ушел. Вот и все. А физика у этой штуки есть? Потому что я помню, что я ее скидывать мог. Ну-ка. Ну, вроде есть физика. Ну-ка, она... Да-да. Только на хер ее скинешь, да? Понятно. Я говорю, 0 из 10. Ладно, пошли. Еще одна. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. Чё, уродом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении будущего. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Луктор выжил. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тихо-тихо-тихо. Тот гад, что убил Билли! Ну... Я не хотел этого. Вроде как закончиться все должно было. Мы решили, блядь, все помереть до конца. Я не хотел сюда приходить, если что. Ух ты, блядь, кто-то из Томмигана херачит так нормально. А разве можно в таком месте стрелять? А, что за люди? Чувак нормально стреляет, надо к нему подойти поближе. Так, ждем перезарядочку. Подберем. Оп. Вот с этого расстояния уже можно кончить. Оп, до свидания. Сверху еще кто-то есть. Или снизу, где-то. Не могу понять. За этой дверью что? Ты сорвал его похороны! Да и ничего я не хотел срывать. Ты мог давно остановить это! Я хотел просто уйти спокойно. Вы же отстрелять начали, не я. Так, здорово, ребята.
в этом городе по-другому не будет. До свидания. Как красивая алая кровь. Великолепно. Блять, терминатор ёбаный, что же вы меня пытаетесь пушить? Как я мог услышать? Ну, теперь я, блять, поиграю. Минус один. Думаешь, мне это нравится? Я тоже не хочу никого убивать. Куда он там бежит? Да я понимаю, я вообще не начал. Не я первый начал. До свидания, все. Последний убран, как и попросил Дон. Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем! Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ты живой? Ах ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Вот тебе и возмездие. Теперь мы квиты. Бедный священник. Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Тоже нормально. Мы бы очень не хотели возвращаться. Ему парни узнали меня, едва я зашел в хутор. И тут же выставили из церкви. Где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. А за нами будут танцы. Ему... Ой, блядь. Ну, естественно. Можно выйти, блядь, там? Хера себе он выходит. Не дай ему выбраться. Ну давай. Быстрее садись, лол. Ты сказал лезь, катафал. Давай, быстрее, блядь. Ну, у нас на катафалке, блядь, со всех сторон увидят. Ну, катафалк вроде и едет нормально. Хотя, казалось бы. Пробуем по прямой слева много кругов. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. Надо аккуратно проверять улицы. Я сейчас подожду, что на такой момент наткнуться на еще кучу кругов. Тихо. Копы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Там ад творился, но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Все, что надо было. И смешали все, как надо, разрулили. Всем машинам отменить погоню, поиском конец. Ух, оторвались. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. И не говори. Давай вернемся в парк. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься, священник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелла. А тебя с поля уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все, босс будет доволен. Всех убили. Всех, кого надо было. Отмылись. От всего, блядь. От всех. Ну, хоть священника не убили, я уж совсем расстроился. Столько людей умерло. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
Вот бы старую мелодию услышать из первой мафии, это вообще шикарно. Далеко нам ехать-то? Почти приехал. Пару кварталов. Катафалк, мое почтение. Едет, конечно, приятно. Круто. Получше, чем некоторые тачки, которые даже весят, наверное, легче. Но у него управляемость прям вообще, да, такая хорошая. Надо ее завести к себе в гараж, чтобы потом, если что, не кататься можно было на катафалке. Спокойно. Давай, приезжай. Я, по-моему, даже ни разу не врезался. Управляемость хорошая. Надеюсь, это баба, кстати, тоже успел. О, я пропустил. О, вот, вот, что мы, блядь, сегодня? И не врезались. Перевернуть машину. Ничего себе, вот эта опция. Такой в оригинале точно не было. Мишель уже, наверное, из-за города свалил. Все прекрасно сложилось. Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю. Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Отличный урок, ни о чем не думать. Далеко пойду. Святые грешники.